Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы поговорим с вами о новом виде хищника, обнаруженном в городе Среднекамске. Нам представилась возможность понаблюдать за ним в условиях естественной среды обитания. Знакомьтесь, это Гоша. Вы только посмотрите, каков красавец. На первый взгляд он вполне безобиден. Но не спешите с выводами. Ведь агрессивность этого хищника зависит от окружающей среды. Например, если отвлечь его от приема пищи... Да, я попробую. Мое. Или застать в брачный период... Гоша! Гоша, ты мой, Гоша! Поставь меня на место! Ну, я надеюсь, он предохраняется. Его когти становятся длиннее, глаза желтеют, и он тут же обнажает свои клыки. На первый взгляд, он ведет себя как всем знакомый обыкновенный волк. Тут какой-то китайский, что ли? Но не спешите с выводами. Он жутко боится громких звуков. Хороший мальчик. И что удивительно, отлично поддается дрессировке. Поэтому скорее похож на собаку. Только посмотрите, как прекрасен дикий мир Среднекамска и как милы его обитатели, за которыми вы можете понаблюдать в новом сериале «Разрешите обратиться» на Иви.